Всем привет, итак, у нас на обзоре распаковываем перфоратор PR950 марки LT. Видим, что потребляемая мощность 1200 Вт, 950 оборотов в минуту. Такая вот коробочка. Открываем. Видим перфоратор, насадка, инструкция, насадка для сверления, переходник. Сам перфоратор, вот он. Также в комплекте имеются три сверла. Такая вот штучка. И бур для сверления, и для бурения. Также имеется вот такая штуковая это лопаточка. Сейчас просто проверим. Так, сверление, бурение. Видим еще режим бурения и сверления обычно. Перед работой не забываем смазать. Надо будет открыть эту крышку и залить в него специальным солидолом. Удара 4 джоуля, число оборотов 950 оборотов. Три режима работы, дополнительная рукоятка, надежный двигатель, чтобы пыль не собирает. Вот такая коробка.